очень понимаю, действительно. Есть максимальность, распоняйтесь на коротких ванных. Маркование такое. Свободы перестаем. Уже на коротких валях люди марковали стало слышу. Что вы говорили? Радио Свобода и белорусская и русская подлинные лучом света в темном царстве перемистичной диктатуры и прецеперешнего авторитарного режима. В далеком 1960 году, когда Хрущев объяснил, что через 20 годов мы будем жить при коммунизме, в сельском клубе я с ровесниками слухами радионом. Я включил короткий...